Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. А вы крещеный? Да. Вообще, в принципе, да? Да. И вы верующий человек? Да. То есть вы ходите в церковь? Ну а как? А вы не ходите, что ли? Я нет. Я так напрямую общаюсь с Создателем. Так напрямую это общаться это хорошо, но все-таки вот я, например, Елоховский храм люблю в Москве. Угу. Мне когда очень было, у меня были очень сложные времена, несмотря на то, что я так легко, наверное, окажусь тогда, что так все легко и красиво, были очень сложные времена, и мне именно Елоховский храм помог. Угу. Я туда очень часто ездил, потому что рядом жил, угу. Ну, не совсем рядом, но поближе, чем сейчас. Угу. А сейчас у меня монастырь возле дома есть, угу. Валаамский. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале «Москва-24». Интересно, девки пляшут. Интересно, девки пляшут. Лихо девки пляшут. Да, интересно, девки пляшут. Действительно. Действительно? Действительно? Действительно. Действительно? Действительно. Действительно. Действительно? Действительно. Take a number. I was lightning before the thunder.